Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хотела с вами поделиться удивительным рецептом. Чили-джем. Вы пробовали чили-джем? Сладкий, острый, кислый, пряный. Так, начнем. Перчик салата, конечно, лучше взять красный, толстостенный. Удаляем семена, разрезаем на порции. Дальше. Перец чили, я тоже удаляю семена, но если вы любите поострее, не удаляйте. Я в рецепте написала перец чили 1-3, в зависимости, насколько вы любите острое. Чесночок, как всегда, подробный рецепт под видео. И имбирь. Нам надо примерно 2-3 сантиметра. Это половинку такого имбиря. Вы же знаете, как чистить легко. Ложкой. Вот так, пройдите с ложкой. И имбирь очень быстро, хорошо чистится. Все эти ингредиенты пропускаем через мясорубку. Я пропускаю 2 раза. Вот что у нас получилось. Посмотрите на эту красоту. Я раньше делала на блендере, а мне сейчас нравится при помощи мясорубки измельчать. Измельчили наши ингредиенты. Продолжаем. Сахар. Так, все-таки это чили-джем. Добавляем сахар. Водички. У меня здесь соевый соус и малиновый уксус. Мы с вами делали клубничный уксус, по этому же принципу я сделала малиновый. Просто можно использовать любой винный уксус. Добавляем сюда. Но малиновый придает невероятный цвет, посмотрите, соевый. Можно взять копченую, у вас будет с таким копченым ароматом. И немножко соли. Все это мы перемешиваем и провариваем. От 5 до 15 минут. Смотрите, смотря какой вы любите густоты. Пока наша масса закипает, мы одним глазом будем смотреть на нее. И, как всегда, вы же знаете, что балкон у меня волшебный, поэтому у меня есть готовое. Посмотрите на это чудо. С холодильника, поэтому она немножко запотела. Какой красивый чили-джем. Посмотрите на его консистенцию. Сейчас мы с вами снимем пробу. Но не забываем, что у нас варится новая партия. Как только у меня заканчивается, я варю новую партию. Сейчас только оно закипает. Берем такой хлебец. Смотрите, он такой чудесный просто. Я его очень люблю. Остроту, сразу повторюсь, регулируйте по своему вкусу. Видите, в этот раз мне с перчиком не повезло. Он не сильно был красный, а перед этим красный перчик. Посмотрите, цвет какой, да? У нас масса еще уварится. Провариваем, переливаем в баночку и храним в холодильнике. Не знаю, я на ночь, на зиму не закрывала, поэтому у нас он очень быстро съедается. Пока лето, мы душу отводим. Все, закипело. Теперь варим. Я варю, конечно, минут 15, чтобы было красивой консистенции. Не забывайте подписываться на мой канал, а я для вас готовлю такие замечательные рецепты. Великолепный чили-джем. Возьмите яркий перец, и тогда немножко уменьшаем, чтобы не сильно кипело. И пусть наша масса минут 15 уваривается. Получится вот такой замечательный чили-джем. Всем приятного аппетита. И я вас жду на моем канале. А я дальше снимаю пробу.
просто очень вкусно. Всем приятного аппетита!